Торговля субсидированными авиабилетами «Магадан-Москва-Магадан» должна быть открыта в конце месяца. Транспортники ожидают, что 28 марта. Более 30 сибирских авиамаршрутов внесено Росавиацией в список региональных рейсов, которые будут субсидированы в 2018 году. Транспортная доступность Магаданской области улучшается благодаря введению новых рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по направлениям «Магадан-Москва-Магадан». Авиаперевозчики планируют использовать «Боинг 777» повышенной вместимости. Воздушные суда авиакомпании «Россия», в которых расположено 373 кресла, заменят на 450. Таким образом, летом объем пассажирских перевозок по сравнению с 2017 годом должен возрасти на 25%. 17 марта в Магаданской области первыми начала торговать субсидированными перевозками авиакомпания «Якутия». Маршруты «Магадан-Санкт-Петербург-Магадан» и «Магадан-Новосибирск-Магадан».